Крис Кристоферсон, Жан-Мишель Винсент, в фильме «Блюститель порядка», в ролях Виктория Принципал, Бернадет Петерс, Брэд Декстер и другие. Композитор Джеральд Фрайт. Оператор Уильям Кронегер. Продюсер Джин Корман. Автор сценария и режиссер Джордж Эрмитадж. Привет. Привет, папа. Привет, дорогая. Ты еще спала, когда я уходил. Я прочла твою записку. Ну что, тарелочки подстрелил? Мишени, дорогая, мишени. О, мужчины. А маме она нравилась? Думаю, да. Давай, двигай, двигай. Или вы на это не способны? Давай. Давай, вот так. Давай, ну же, что за тупица? Двигай! Давай! Шеф, что случилось? Почему все бегают? Водопровод в этом городе старый, а людей все больше и больше. Прогресс, шеф, это прогресс. А теперь, когда у нас столько новеньких, берегите свой Сирс, мало ли что. Давайте, двигайтесь, это не так трудно. Ну же! Да, я опоздал. Ты уволен. Знаешь почему? Твой петух умер. Он уже это говорил и не один раз. Пробка, черт, я застрял в пробке. В Элк-Хиллс не бывает пробок. Это тихий городок. Тогда он использует ее как убежище. Скоро придет Линда и отведет тебя в школу. Я знаю. Что это у вас? Что за черт? Магазин! Стоять! Стоять на месте!
Федералы заявили, что если мы собираемся начать добычу нефти, нам лучше нанять безработных. И что это за парни? Обычные работяги, делающие свое дело, и всякие отморозки, ищущие легких денег. Гомер, в прошлое воскресенье я одолжил 12 бочонков. Майор, вы понимаете, что одних только вкладов в мой банк, с тех пор, как они здесь, поступило почти на 250 000? Придется поделиться. Бен, ты перегоняешь эти трактора? Да, меня это как-то не заботит. Меня больше волнует, что происходит с нашими жизнями. Бен, ты же знаешь, что если бы Министерство обороны открыло Элк Хиллс на пару лет пораньше, мы бы были богачами. Точно, мы это заслужили. Хвала Господу за этот кризис. Хвала Аллаху. Шеф, Бен, говори. Похоже, мы еще долго не сможем по улице пройтись. Если бы я хотел жить среди дегенератов, я бы переехал в Лос-Анджелес. Харри, я знаю, что ты потерял пару бравых ребят. Я не могу быть сразу везде. Бен, я потерял 4 людей. А нам что делать? Просто сидеть и ждать? Может, нам попросить помощи? Ты же знаешь, за последний год я развесил объявления в каждом полицейском участке. А может, набрать волонтеров? Нам нужны крепкие ребята. Благие намерения не сделают из них хорошего полицейского. Ваш брат Аарон. Ты что, Шеки, пьян? Аарон был моей самой большой проблемой. До сих пор. А теперь посмотри, похоже, он все-таки чему-то научился во Вьетнаме. Нанимать стрелков в мою полицию? Шеф, это не ваша полиция. Бен, что ты тут делаешь? Меня ищешь? Хочу поговорить. Найдется минутка. Говори быстрее, я тороплюсь. Ты в курсе, что здесь происходит? То же, что всегда, абсолютно ничто. У нас проблема. Пара тысяч ребят, приехавших на разработку скважины в Элк Хиллс. Они наконец открыли скважину. Значит, скоро эти голодранцы станут богачами. Наверное. Проблемы? Да. Они могут испортить вам жизнь. Мы хотим, чтобы ты вернулся и помог нам. Это не война. У тебя перерыв, а не ночное дежурство. Сейчас приду. Шевелись. Никто не собирается красть эти самолеты. Поторопись, герой. Ты помнишь, как они меня встречали? Весь город. Он изменился. Сейчас здесь много чужаков. Если захочешь, ты сможешь заработать. Хочу заработать. Арнольд, я же сказал. Что ты о себе думаешь? Твоя работа. Постой. Ты помнишь Рождество, когда мы напились? Давай встретимся там в 3:30. Шайба в центре площадки. Пасует Мелани. Двое на одного. Мелани бьет.
Он забивает, Шульц сбивает, Мелани уже после гола. Так держать. Меня кто-нибудь искал? Парочка рогатых мужей. Спасибо. Извини, опоздал. Садись. Это мой брат. Бен. А это Брайан Шелдон. Привет. Брайан дважды был во Вьетнаме. 4 года был полицейским. Это Д.О. Вайнер. Полицейский участок Беверли-Хиллз. Куча богатеньких дамочек и ни одной вдовы. Перри Билл, кадет полицейского участка в Лос-Анджелесе. Сколько мы получим и как быстро? 12-15 в месяц и выслуга лет. А также оплата ваших расходов, пока вы не устоитесь. Это Дэйв. Как дела? Дэйв побывал в Камбодже, но на нашей стороне. Он не знает, правда? Сегодня и сейчас... властью, данной мне как мэру этого города, я обещаю служить закону города, соблюдать и не нарушать законы и сделать все от меня зависящее, чтобы наказывать нарушителей законов города Элк Хиллз, штат Калифорния. Клянусь. Поздравляю и желаю удачи. 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 Вам выдадут оружие, значки и форму. Да. Всем сбрить бороды и подстричься. Гарри, мы уже были в учебном центре. Брат, удачи. Спасибо, Бен. Кажется, мы сами себе нашли неприятности. Перестань, дай им передохнуть. У Аарона были проблемы, ему нужен еще один шанс. Помоги, дай ему понять, что мы верим в него. Если получится, Бен, я только за. А если не получится, скажи мне, он очень изменился. Пятьдесят лет назад, когда я была еще ничего, тебе надо было бы принести целую коробку этой дряни, чтобы понравиться мне. Но тебе я ничего не принес. Хочешь пиво? Нет. Уверена? Холодное? Прекратите обжиматься! Черт, Бутс. Что я здесь делаю? Это приличный дом. Черт, Бутс, а тебе все еще трепятся в Блэк-Роке. Это маленький городок. Не надо мозолить людям глаза. Идите в дом. Идем. Хорошо. Надо будет преподать ей урок. Что это? Это Бутс. Она всегда начинает убираться, когда ты этого не ждешь. В субботу. Я бы никогда не отказала Шейке, если бы знала, что все так закончится. А справа у нас салон Black Rock. Одна из достопримечательностей Elk Hills. Ты уверен, что я должен все это убрать? Он действительно не похож на старый Elk Hills.
Этот ковбой ищет приключений. Похоже, уже нашел. Впустите меня, впустите! Оставьте его. Поехали отсюда. Присматривай за этим сосунком. Приятель, иди сюда. Иди сюда. Иди, иди. Иди сюда. Убирайся. Что за драки без разбитого стекла? Это он начал. Меня не волнует, кто начал. Вы оба арестованы. Ты не полицейский. А вот и нет. Взял он машину. По какому обвинению? Пока не знаю. Может быть, убийство, если он умрет. Если он попытается сбежать, постучи в окно. Если еще что-нибудь придумает, просто пристрели. Тебе бы выпить. Да. Что с ними будешь делать? Прекрати. Вот я зачем здесь. Бен, ты просто волшебник. Здесь 140 акров земли. У Шарки здесь было около 75 арабов. Арабов? Арабских скакунов. Понятно. До того, как его убили на войне. На какой войне? На моей войне. Мне нравится. Город заплатит ренту? Заплатит. А где похоронена Ирис? В городе. Она мне действительно нравилась. Жаль, что я не был на ее похоронах. Ну что, остаешься? Дом. Ладно, уберу. Привет, брат. Последний раз, когда Баттерфилд останавливался в Элк-Хиллз, у него еще были деревянные колеса. Что ж, вернем прошлое.
Как дела? Замечательно. Проходи. Пусто как-то. Да, она не Линда Ронстадт. Иди в подсобку. А я хочу послушать, как она поет. Если она запоет, я тебя позову. А теперь двигай. Что ты играешь? То, что ты поешь. Я думал, ты работаешь. Дай мне имбирной водки. Этого парня зовут Пеппер. Он появился здесь сразу, как они нашли нефть. Думаю, что за всеми грязными делами стоит именно он. Надеюсь, он здесь. Я его возьму. А я хотел познакомить тебя с официантами. Выбери столик получше. Если он посадит меня в угол, я тебе крикну. Представление в подсобке, ковбой. Я не развлекаться пришел, малышка. А я помню тебя. Помнишь дамская комната на заправке в Тропикане? В 69-м. Я весь 69-й на Востоке провел. Ты полицейский, я их ненавижу. Я тоже. Хорошее начало. А у тебя здесь неплохо. А это что? Развлечение. Повеселимся? Надеюсь, ты не торопишься? У меня целая ночь впереди. Давайте взорвем это место. Аарон ждет. Что, должен покормить курочек? Я вернусь. Мне на работу в 8. Малышка, ты больше не работаешь. Классный удар. Полиция? Конкурирующая фирма. Я слышал о покупке местной полиции, но это даже лучше. Даю тебе время, чтобы одеться и убраться из города. Сейчас уже поздно что-либо предлагать, да? Поздновато. Убирайтесь. Подождите. Всем на выход. Живо. Одевайся. Как не стыдно. Нехорошо.
Отлично. Внутрь. Что ты делаешь? Теперь ты в моей команде. Что теперь? В заднюю комнату. Ну и везет же мне. Вообще-то я никогда не был охотником. А вот старина Шеки никогда не пропускает открытие сезона. Он всегда пользуется только такими ружьями. Они еще стреляют? 75 ярдов. Надо быть чертовски хорошим охотником. А то останешься без добычи. А вы с Аароном в детстве охотились? Аарон, да. А я никогда не любил убивать. Да, оно меня пугает. Вы когда-нибудь дрались? Нет. Один раз, очень давно, из-за девчонки. Ему было 17, может, 18. И кто победил? Она. Понятно, она выбрала тебя. Это была Ирис? Но остались друзьями. Мне кажется, что она была единственной в Элк-Хиллз, кого он любил. Может, поэтому ему здесь не нравится? Нет, просто он наделал слишком много шума, и теперь ему кажется, что все его ненавидят. Герой. Папа, папочка. Смотри, все готово, как раз к параду. Тебе нравится? Малышка, ты всех затмишь. Игра началась. Будешь смотреть? Ненавижу бейсбол. Я ненавижу бейсбол. А парады тоже? Какие? 4 июля. Бланк заказа. Может, на эту сторону повернуть? Сюда? Подпишите? Да. С тобой приятно работать. Что вы собираетесь со всем этим делать? Никогда не знаешь, когда война придет. Всегда надо быть готовым. Всегда. Отлично. Удачной охоты. Что еще нужно, чтобы вспомнить Сайгон? Фредди, что происходит? Это всего лишь Аарон, ваш новый босс. Ты с ума сошел. Я с ума сошел. Я-то не раскатываю на Кадиллаке, как живая мишень. Как дела? Ты все еще стреляешь по мишеням? Ты же никогда не промахиваешься. Просто развлекаюсь.
Ясно. Это что? Что у тебя здесь? Выпивка, девочки, душ. Малышка, это Фредди Хоу. Нам надо поговорить. Мы встречались. Правда? В Вегасе? В Калгари, летом 72-го. Летом 72-го я сидел. Она думает, что всех знает. Знаю. А здесь телефон есть? На столе. Хочешь послушать? Нет. В казино собираешься? Да. Беллио, мне нужны патроны, наличные и тачка. Привези. Да, возьму на выходные. Да. Заткнись. Нет, это не тебе. Прихвати Падл Ренфри. Что? Нет, полицейские в Кистоуне. Я сам полицейский. Мы здесь на пару с Аароном. Я приведу своих ребят. Луни, Ланса, Волка. Огромное спасибо. Я не собираюсь слушать эту ерунду целый вечер. Полегче, это частная собственность. Должна же здесь быть пластинка Бадди Холли. Это мой четвертак. Почему бы тебе не спрятать деньги и не взять пару уроков музыки? Достаточно. Разойтись, парни. Рад тебя видеть, Аарон. Аарон. Аарон, арестуй их всех. Не стоит. Парни, похоже, вы немного... Вы тут неплохо повеселились. Это точно. Теперь этот бар станет для вас тюрьмой, пока вы не расплатитесь. Это все тот кретин начал. Мэру Брэдфорду все равно, кто начал. Заплатите. И все, $1,000. Это чтобы вы поняли, что игры кончились. Хотите поиграть в ковбоев и индейцев? Пожалуйста, но только на поле. Никому не позволю разносить этот город. Мэр, вам лучше пересчитать. Аарон, вот что я называю быстрой работой. Все не так уж просто. Понятно, парни? Аарон делает свое дело. Делает то, что должен делать, а не бездельничает. Ты что, яичницу на зажигалке готовишь, что ли? Поспешишь, людей насмешишь. Привет, Бен. Как дела? Как тебе нравится, каким становится город? Полиция отлично работает. Похоже, дела налаживаются. Шейки, спасибо. Тебе спасибо. Ну как? Ты что, еще не научился готовить кофе? Дай мне минутку. Что будешь, Бен? Пожалуй, выпью кофе. Фирменный.
Ну, что скажешь, Гарри? Он хорошо делает свое дело, но все же я не одобряю его методы. А я думаю, он просто пытается внушить людям, что если они хотят приехать сюда, им придется иметь дело с ним. Да, Бен, конечно. А я здесь просто для красоты. Пока. Спасибо, Шеки. Всегда пожалуйста, шеф. Тебе не кажется, что что-то горит? Здесь всегда так пахнет. Убирайся отсюда. Аарон, привет. Ты совсем изменил этот город. Мои искренние поздравления. У меня дело к тебе. Чем могу помочь? Мне нужно судно на личные расходы 10 тысяч. На короткий срок. Отлично. Держи. Извини, у меня уже есть. Посмотрим. Да. Но здесь только твое имя. Что ж, я думаю, это имя должно стоить в Элк-Хиллз 10 тысяч. Согласен? Но политика банка требует, чтобы мы... Чушь. А как насчет того, что я сделал для города? Мне очень жаль, мистер Арнольд, но это невозможно. Что значит невозможно? Дело в том, что мы не держим здесь такие деньги. Хорошо, давай то, что есть. Простите? Ах, это. Это для нефтяных разработок. Понимаете, мы просто перевозим их деньги. Тогда все возможно. Понимаете, если ваш брат поручится за вас... Гомер, подойди-ка. Я покажу, в каком городе вы живете. Сумасшедший. Он не сумасшедший. Этот придурок мог с легкостью ее сбить. Думай об этом не как о просьбе, о суде, а как о страховке. Ты угрожаешь мне? Подписывай. Все равно это не твои деньги, не так ли? Я должен знать условия. Какие? Когда вы вернете деньги? Скоро. Подойдет? Скоро. Хорошо. Я отдам деньги. Я знал, что у нас все получится. Ты должен нам по сотне в неделю. Правильно. Иначе кто-нибудь может разлить здесь бензин и... Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Знаешь, если бы вы опустились до десятки, я бы, пожалуй, согласился. Убирайся, подонок. У нас есть полицейский, который просто мечтает о встрече с такими, как вы. Местные полицейские не справляются с работой. Вот мы и помогаем. Мне кажется, тебе захочется с нами дружить. Надо ли что-то еще говорить? Я не понимаю, зачем ты рассказываешь. Почему бы тебе не пойти к Гарри Ли? Мне кажется, сейчас это будет ошибкой. Ты же выдал Аарону суду, так ведь? Ну да. Тогда я не знаю, что тебе еще сказать. Заводи, Бен. Кто-нибудь запомнил номер? Я родился с картами в руках. Очень интересно.
Как дела? Ходи. Мне хватит. Ты выиграл? Выиграл. Успокойся. Ведешь себя так, будто мы раньше не выигрывали. А я не выигрывала? Персик. Привет, я Персик. Я весь горю. Аккуратней. Продолжайте. Может мне сыграть? Держи. Пусть автомат играет. А если тебе хочется петь, то пой в туалете. Хорошо? Думаю, нам лучше уйти. Ты уже достаточно выиграл. Это твоя сестра? Карту? Еще? Карту? Что такое? С ума сошел? Ты передернул. Заплати ему. Ланс? Ты уволен. Я выполнял работу. Спасибо. Может, еще сыграем? Нет, Пол, идем. Давай. Иди за мной. Персик, принеси его стакан и чипсы. Ты неплохо играешь в блэкджек. Должен предупредить. Мне везет. Стоять! Аарон, как дела? Аарон! Пол! Пол! Уведи его. Аарон, заткнись. Что? Что ты делаешь? Он выигрывал. Идиот, это мое заведение. Если ты будешь избивать этих простачков за выигрыш, мы останемся без клиентов. Отпусти меня. Если тебе кажется, что тебе удастся подставить кого-нибудь, оставь это полиции. Мы справимся сами. Ты прав. Это глупо. Но ты делаешь мне больно. Сколько ты сегодня получил? 5000 за час. Вот видишь, тебе же не нужны проблемы. Зачем мне противотанковые М-66? Я ничего не заказывал. Я не подписывал никакого спецзаказа. Заказ полиции? Что? Я? Мне кажется, ошибка. Продиктуйте его. Да. Двигайся, у меня нет времени. Полегче. У меня была тяжелая ночь. Тебя что, бетономешалка переехала? Они нашли нелегальный горный дом на старой заправке. Ставки и прочее. Проклятие. Я выигрывал. А потом помню, как они потащили меня на улицу. Кто они?
Черт их знает, если бы Аарон не появился, то Аарон, он остановил их. Салли забрала меня домой. Выстрел, я помню, давай заключим сделку. Он закрыл заведение. Не знаю, наверняка всех засадил. Аарон знал, что там происходит? Должен был. Как быстро я ехал? Не больше сотни. Черт. Гарри, побыстрее. Сейчас 6 утра. Бен, я могу с тобой поговорить? Это может показаться немного странным, но ты знаешь мое положение. Зачем Аарону все это? Пистолеты, взрывчатка, бронежилеты. Понятия не имею. Он же ни разу не выстрелил. Я знаю. Но кто-то же заказал все это. Ты говорил с Аароном? Я подумал, что если ты знаешь что-нибудь, мне придется выяснить у него. Значит, ты не уверен, что это он? Нет. Гарри, когда ты перестанешь обращаться с ним, как с преступником? Если подозреваешь в чем-то, спроси самого. Ты что-нибудь знаешь о Притоне? Слухи. Что-то вроде частного клуба. Не помню, чтобы Аарон что-то писал. Отличный выстрел, Бен. 2 дюйма вверх, северо-восточный квадрант. Я только что из ресторана. Кто-то разворотил мне всю кухню. Все продукты разбросаны. Должно быть, это тот ублюдок, что предлагал мне защиту. Что за парень? Тот же, что дал мне вот это. Он сказал, если не заплатим, у нас будут неприятности. Я не заплачу, да я лучше спалю все к чертям. Вы говорили с Аароном? Расскажите ему. Аарон защищает свою геройскую задницу, а не мою. Шеки, ты же знаешь, что это неправда. Чистая правда. Постой, Аарон здесь из-за нас. Тогда почему же он не разберется с этими вымогателями, Бен? Может быть, ты и Аарон, все уже говорят об этом. Может, ты с ним заодно? Заодно? Бен, не обращай на них внимания. Вы поговорите с Аароном или мне это сделать? Поговори ты с ним. Аарон, что ты здесь делаешь? Прячусь. Что случилось? Шейки сказал, что какой-то парень предлагает ему крышу. Шейки, слушай, я говорил с этим парнем. Он просто хотел открыть закусочную. Мне кажется, что Шейки хочет, чтобы я избавил его от конкурентов. А как насчет Тома Коузи и Мэтленда? А что с ними? К ним тоже приходили? К тому же они отделали Тома. Впервые слышу. Я поговорю с шефом, хотя лучше передай им, чтобы они зашли ко мне. Пол сказал, что ты спас его задницу прошлой ночью. Там на заправке кто-то открыл мотель? Да. Я думаю, твой приятель немного перебрал. А как насчет Притона? А что с ним? Ты собираешься его закрыть? Закрывая один, сразу же появляется другой. Я вот что подумал. Если его оставить, то мы можем приглядывать за ними.
Проклятие. По правде, Аарон, это официальный визит. И что? Я помогаю организовать парад на День независимости. Будешь человеком года, Уилл Хиллс? Мы подумали, может, ты сыграешь маршала Гранда? Вы что? Это официально. Невероятно. Ты знал, так ведь? А ты неплохо потрудился. Да, и благодаря помощи банка скоро все закончу. Знаешь, до сих пор не пойму, почему он так расстроился из-за этой суды. Я был немного нетерпелив. Ты же меня знаешь. Мне ли не знать? Малышка Ди. Это мой брат Бен. А это малышка Ди. Привет. Мы встречались? Винчита. Съезд будущих строителей. В 61-м. Ты помнишь? Подумай над моим предложением. Твой брат такой милашка, не то что ты. Заткнись. Я и не знала, что такое возможно. Мне начали жаловаться на твоих парней. А я думал, он в деле. Я соврал. Я же сказал, что все должно пройти гладко. Потише. Аарон, никогда же не знаешь, кто облажается. Значит, надави сильнее. Если они будут напуганы до смерти, им ничего не останется, как заплатить нам. Парни, у меня здесь реальные деньги. Тут написано: вы не знаете разницу между петухом и уткой. Дамы? Зачем портить такой день? Если они так веселятся, значит, точно нарушают закон. Разгоним их. Вы все арестованы. Вам должно быть стыдно. Воскресенье. Мне нужны все ваши деньги. Прямо сейчас. Если вам охота поиграть, думаю, вы знаете, куда пойти. Иди, ты знаешь, куда. В чем дело, приятель? Кто следующий? Я устал от твоих угроз. Ну что, ты и твой дружок, поднимите все и отдайте мне.
Так вот зачем ты пришел. Точно? Гранаты. Автоматы. Гранатомет. Что за черт? Костюмы. Ну да, конечно, музыканты. Что? Да я на параде со школы не был. Ну да, костюмы бандитов. Надо примерить. Все размеры нам подойдут. Удивительно, что ты полицейский, Гарри. Из тебя бы получился плохой бандит. Я видел тебя, как ты ехал по шоссе. Ты арестован. Сдаюсь. Ну что, пришло наше время? А вот и наше прикрытие. Мы не облажаемся. На улице все спокойно. Оставь все здесь. Хорошо. Вы собираетесь захватить скважину? Нет, нам нужно кое-что полегче. Старик, я дам тебе шанс. Я позволю тебе достать пистолет. Да? Нет, Аарон. Нет. Давай, бери. Не буду. Я знаю, он твой брат. Но он больше не играет в полицейского. У него только одна мысль – уничтожить здесь все. Похоже на войну. Знаешь, когда парень сходит с ума и начинает палить во все, на чем нет американского флага. Вы что, собираетесь вот так просто сидеть и наблюдать? Бен, у тебя есть минутка?
Нет. Пара секунд. Хотел узнать, ты уговорил Аарона на роль маршала Гранда? Он обещал подумать. Может, у него есть предложение получше? Ты знаешь, что произошло в воскресенье на скважине? Не слышал? Знаешь, я обычно завтракаю с Гарри, но сегодня он почему-то не пришел. Может, проспал? Вот, еду к нему посмотреть, в чем дело. А в чем дело? Бен, что случилось? Что случилось-то? Аарон! Что? Что ты делаешь? В чем дело? Что произошло на петушиных боях? Я закрыл нелегальный игорный дом. А казино оставил? Я же объяснил. Да что за бред? А как насчет Андре Мейджор? И кто забрал деньги людей? Ошибочка. Конфисковал вещественные доказательства. Аарон, друзья начинают обвинять меня в том, что я участвую во всем, что происходит. Хороши, друзья. Послушай меня. Я не напрашивался. И когда вы нанимали меня, никто не говорил, что мне делать. Вы не хотели знать, как я работаю. А теперь вы недовольны. Передай им, братец. Теперь немного поздновато вмешиваться. Передай, пожалуйста. Я привел тебя сюда. И я же заставлю тебя уйти. Бен, ты не подбросишь меня до города? Куда ты, черт побери, собралась? Я устала сидеть в заперти. А ну, немедленно вернись в дом. Садись в машину. Что, еще раз подеремся из-за юбки? Все всегда были против меня. С самого рождения. Но я думал, что ты на моей стороне. Разве нет? Так и было. А теперь ты против. Счастливо оставаться. Полегче, полегче. Я так боялась, что он убьет меня, если я сбегу. Он же сумасшедший. Полоумный. Где тебя высадить? На автобусной остановке. А как умерла ваша жена? Аарон о ней все время говорил. Она умерла во время родов. Аарон не имеет к этому никакого отношения. Он вчера кого-то убил. Я слышала, один из рабочих пытался его ударить. Нет. Я имею в виду на ранчо, прошлой ночью. Думаю, это был тот полицейский. Как его, Ли? Ли? Они сбросили его в ручей. Почему его убили? Чтобы развлечься. Спасибо тебе, Бен. Я еще не встречала таких, как Аарон. Боюсь, он сделает что-то ужасное. Мне очень жаль.
Когда отходит следующий автобус? Нет. Бен, мы организуем поиски. Похоже, Гарри пропал. Гарри, боже мой. Мне нужен его убийца. Есть кое-что еще, что ты должен знать. Не говори. Скажи ему. Аарон, я назначаю тебя временным шефом полиции. Найди мне убийцу Лии. Тогда мы должны начать с тебя. Что это значит? Малышка Ди сказала, что видела Лии в твоем доме поздно ночью. Правильно. Он немного волновался по поводу того, как лучше организовать пикник. И поэтому ты убил его? Я понял. Она рассказала это тебе после того, как я ее выгнал? Постой, Бен. Аарон делает свое дело. Да, так же, как он работает на нас. Брэдфорд, очнись! Забудьте ваши семейные ссоры. Мне надо идти. Город под угрозой. Аарон, действуй по своему усмотрению. Я люблю этот город. И кто бы это ни сделал, я найду его. Надеюсь, я могу рассчитывать на твою поддержку. Брэдфорд у него в кармане. Господи, благодарим Тебя за все. Аминь. Бутс, все не так уж плохо. Если я придумаю что-нибудь, я позвоню. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Когда твой приятель очнется, передай ему, чтобы поостерегся. Если бы мой третий муж был здесь, он бы тебя дробью нашпиговал, как гуся. Выгоняйте трактора. Они подожгли гараж. Он сгорел. Вместе с тракторами. Надо было нанять пожарных. Все прекрасно знают, кто стоит за всеми убийствами и поджогами. Пришло время разобраться с ними. Аарона надо остановить. Он знает, что все мы пойдем на парад 4 июля. Нужно выйти раньше. Он ничего не поймет, если мы нанесем удар быстро. Если кому-то из вас нравится его порядок, и вы готовы платить такую цену за процветание и долгую жизнь, то отправляйтесь по домам и не стойте у меня на пути. Мисс Кристофер! Мисс Кристофер! Вот он! Хорошо, стой здесь. Что ты все ходишь вокруг школы? Я принес ланч своему малышу. Да, и кто же это? Все.
Что это? Яд? Наркотики? Конфеты. Да, конечно. Отпусти. Садись в машину, дамочка. Аарон, я просто не знал, что с ней делать. Убирайся отсюда. Ты действительно болен. Я убью тебя. За что? Я не хочу об этом говорить. Я не хочу ничего слышать. Я уже все видел и все слышал. Бен, это невозможно. Это неправда. Может ли? Надо вызвать кого-нибудь, чтобы навести порядок. У меня уже есть один блюститель порядка, мэр. Я найду, кто убил Линду. Можешь мне поверить, Бен? Привет, Молли. Молли, иди в дом и переоденься. Пока, дядя Аарон. Я слышал, ты говорил обо мне. Почему, Бен? Я же делаю свою работу. Ты облажался, Аарон. Как всегда. Знаешь, почему ты до сих пор жив? Да. Потому что мы братья. Именно. Но я должен что-то придумать, чтобы сделать Селк Хиллс то, что задумал. Даже без тебя. Я и есть Селк Хиллс. И то, что ты делаешь здесь, полностью зависит от таких людей, как я. И от того, что мы тебе позволим сделать. Ты сделал плохой выбор, а твои друзья слишком глупы и никчемны от легких денег. Их нужно встряхнуть, я сделаю это. Убирайся. Перестань изображать из себя героя. Бен, я хотел, чтобы ты присоединился ко мне, когда наступит время. Все кончено, ты всегда слишком торопился, и теперь я положу этому конец. Давай. Только скажи, кого ты будешь винить, когда все пойдет не так. Ничего, я справлюсь. А теперь убирайся отсюда. Жаль, я не могу быть на похоронах Линды. Это входит в плохую привычку. Пока, дядя Аарон. Thank you.
Так, где мы их поставим? Если поставить людей здесь и вот здесь, вся долина будет под прицелом. Придерживайтесь плана. Одна ошибка может убить нас всех. Мы все должны быть как одно целое. Понятно? До завтра. Счастливого дня независимости. Счастливого дня независимости. О, глуши мотор. Я сказал глуши. Ну что, вперед. Парни, давайте вытащим их поживее. Живее. Готовы? Вперед. Пошли! Мы должны быть в банке через 6 минут. Аарон, где моя туба? Она тебе не нужна. В этих костюмах они нас примут за участников парада. Мы возьмем банк и исчезнем. Заткнись и будь внимателен. Есть, сэр, так точно, сэр. После того, как мы войдем, у нас будет 20 минут, чтобы очистить сейф. Сюда нужно вернуться до того, как парад закончится. Что за черт? Кто это? Братья Маркс? Проклятие, это Аарон. Пошли. Аарон! Прекратите играть. Бен, что тебе надо? У тебя 2 минуты, чтобы бросить оружие и значки. А если не брошу? Мы пришли за тобой. Что ж, у всех оружие. Это не займет слишком много времени. Они целятся в нас. Ну что ж, задайте им жару. Вперед! Я готова поговорить. Заткнись! Ждите нас на мосту. Хорошо. Давай, двигайся. Переходим. Вперед.
хорошо, ладно. Ну что, девочки, похоже, нам пора. Вперед. Куда мы идем? Скажем так, дорога зовет. Вперед, девочки. Дай сюда. Дай. Граната. Отдай. Давай выбираться. Вперед, к ручью. Отлично. Вы знаете, что дальше? Стреляй по проводам. Разделимся. Он сумасшедший. Не стреляй, иначе все вместе взлетим. Попробуй его там достать. Thank you.
Там все может взорваться в любую секунду. Аарон, уходи от цистерны. Пошел к черту. Я еще не проиграл. В порядке, Бен. Надо сбить пламя. Фильм озвучен телекомпанией НТВ плюс. Can melt in the wind. Take me to morning, where darkness will end, and dreams that are broken can be dreamed again. Take me to morning, where sunshine begins, and dreams that are broken. And me.